Вязаное пальто лишь на первый взгляд кажется вещью исключительно сезонной. На самом деле дизайнеры предлагают носить такие вещи 4 сезона. Сейчас мы будем носить это пальто как кардиган, под верхнюю одежду. А весной и летом это будет стильное и модное вязаное пальто. Ты знаешь, Арин, что я всегда как стилист призываю разумно вкладывать деньги в свой гардероб. И те вещи, которые мы приобретаем и не будем в какой-либо из сезон класть на дальнюю полку шкафа, вот это и есть основа нашего гардероба. И это здорово. Здорово, когда мы экономим с вами, заказываем вещи на все 4 сезона. Полупальто Лионелия. Цена премьерная, скидка 1000 рублей. И вот я хотела сразу обратить внимание. Это же вязаное полупальто. Но многие магазины сейчас предлагают вроде вязаную вещь. Подходишь, смотришь на состав. А там синтетика. Да, Арин, в магазинах такого засилия, причем цены намного выше, чем на наше полупальто Лионелла. А у нас невероятное, просто эксклюзивное сочетание. 70% натуральной овечьей шерсти в составе. 70% натуральной овечьей шерсти в этом полупальто? Абсолютно верно, Арина. Это просто невероятно. Натуральные материалы, качество и статус, конечно же, натуральной шерсти. Ничего себе! Посмотрите, натуральная шерсть. Это просто подарок вам к 8 марта. За 1999 рублей вы получаете полупальто, 70% натуральной шерсти и 1000 рублей экономите. Я еще, честно говоря, такого не видела ни разу, даже на нашем телеканале. 3 цвета на выбор, посмотрите, сколько нам обычно предлагают цветов в магазине, Наташа? 1, иногда 2, и тем более они, как правило, довольно скучные. У нас сочетание темно-синего с белым, очень нарядное сочетание бордового с белым, ну и элегантный, потому что этот цвет элегантности кофейный с белым. Везде у нас вязка, вязка очень сложная, вязка фигурная, которая сразу придает нашему пальто очень сложный элегантный вид. И, конечно же, это качество производителя, который вообще может достигнуть вязки высокотехнологичным оборудованием очень-очень высокого уровня. Так, сейчас об этом поговорим поподробнее. Размеры до 60-го. Как правильно подбирать размер, если мы говорим о полупальто и кардигане? Арин, выбираем размер. Только самое главное, если есть разница между верхом и низом, например, если бедра на размер или на 2 больше, нужно делать выбор размера именно по размеру бедер. Потрясающе, посмотрите вот на эту вязка, работу. Посмотри, петля к петле. Ой. На самом деле руками такое просто невозможно вывязать. Это возможно только на очень дорогом, очень статусном оборудовании. Конечно, когда бренд не скупится на покупку такого оборудования, мы получаем действительно шедевры. Смотрите, как здорово. Действительно, если кто-то даже сам вяжет, да, во-первых, это машинная вязка, руками такое не свяжешь, а во-вторых, сколько сегодня стоит шерсть, сколько сегодня будет времени потратить надо на вязку такого длинного изделия, посмотрите, длина 93 сантиметра, так слушай, это надо будет не один месяц потратить. Ну, это не один месяц, и не факт, что вручную это получится. Я тебе хочу показать, что у нас действительно вязка, давайте заглянем на наш материал изнутри, это невероятно, вот оно, доказательство того, что, Арин, это не принт. И это не узор, это действительно вывязанная вещь. Вот она, каждая ниточка, каждая петелька и доказательство невероятного качества. А еще я хочу с тобой поделиться. Очень приятная и мягкая на ощупь. Вот у тебя вообще бывало такое, что ты надеваешь, например, шерстяной джемпер и не колется? Да, конечно. Знаешь, в чем секрет? На самом деле шерстяные вещи, когда они на 100% сделаны из шерсти, очень часто доставляют дискомфорт. Я все вспоминаю ситуацию. Ходила на свой день рождения с мужем в ресторан, надела очень красивое шерстяное платье с шифоном. Но я не могла высидеть до конца ужина, у меня чесалось все. Вот испортила себе вечер буквально. А вот посмотри, Арин, что у нас в полупальто Лионелла. У нас к 70% шерсти добавили 30% волокон пана. Что это дает? Пан – это разработка американской компании DuPont. Для чего ее сделали? Как аналог шерсти. И если пан добавляют немного к шерсти, то сразу шерсть становится очень мягкой, очень нежной на ощупь. А скажи, пожалуйста, вот у меня еще был такой случай, когда я постирала чисто шерстяную свитер, и он сел буквально в 2 раза. Да. Вот как раз особенность пана, Арин, в этом случае, что пан не даст нашей шерстяной вещи сесть. То есть именно 70% время. Натуральной овечьей шерсти, 30% пана. Пан не даст образоваться катышком, он не даст нашему полупальто сесть. То есть мы стираем совершенно легко это пальто в стиральной машине. Главное выбрать холодный режим и щадящий отжим. А еще бывает, форму теряет ни в коем случае, вязаная вещь. Опять же, за это у нас отвечает
включают волокна пана. Именно они будут помогать держать форму. 70% натуральной шерсти, идеальная машинная вязка, длина 93 сантиметра на 4 сезона. Вы заказываете для себя кардиган, и все это менее чем за 2000 рублей. А я тем временем прошла на подиум к нашим моделям, потому что у нас все-таки великолепная посадка. Давай начнем сверху. Алин, у нас здесь очень необычный воротник. Казалось бы, стоечка, но нет. У нас здесь специально сделано небольшое вот такое расстояние для того, чтобы увести стилистически вот этот воротничок в восточную тему. И это напоминает нам воротник мандарин и уводит нас исторически к китайским императорам. Далее, конечно же, удобство посадки воротничка – это хорошо, но нам важна и стройность. И вот за стройность отвечает, во-первых, конечно, прямой крой, но не только это. Посмотри, у нас отделка нашего полупальто идет вот она, цвет в цвет, повторяющаяся контрастная отделка. И у нас получается, во-первых, вертикаль, вот она, что нам дает эта вертикаль? Мы опять же сегментируем нашу фигуру на две части, на два длинных прямоугольника. А когда мы таким образом сегментируем фигуру, то получаем вот такие вытянутые части тела, которые сразу визуально делают и стройнее, и еще и выше. Вот, казалось бы, вязаные вещи делают нас больше на два размера. Слышали такие утверждения? Нет, только не сегодня. Телеканал Shop & Show ломает все стереотипы. Посмотрите на стройную фигуру. Катя носит 54 размер, но выглядит она потрясающе при этом. И ты знаешь, мне нравится, что действительно здесь такой воротник. У меня мама недавно искала для себя что-то, чтобы закрыть горло, шею. Чтобы закрыть горло, но при этом не сдавить горло, Арина, согласен? Очень многие женщины не любят, когда горло сдавлено, им это причиняет дискомфорт. А вот такой воротник – это небольшая стоечка, которая немножечко отходит от шеи. А теперь я хочу пригласить к себе Анастасию. Вот у нас второй тип фигуры, у нас другой размер. Катерина 54, Анастасия 48. Обе модели выглядят просто прекрасно. Кстати, вот еще один прием. Настя у нас носит полупальто расстегнутое, она сегментирует на три части свою фигуру. Вот если хотим еще больше постранить, можно воспользоваться именно этим приемом. Как правильно стирать такие вещи? Арин, как я уже и говорила, здесь все очень просто. Стиральная машина, деликатная стирка, холодная вода и щадящий отжим. Отлично, еще и ухаживать легко. Натуральная шерсть 70%. На долгие годы прослужит вам такое полупальто, и носите вы его все 4 сезона. И это ваша стройная фигура. Как часто весной нам хочется чего-то нового. Нам хочется накинуть на плечи комфортное полупальто и пойти прогуляться, допустим, со своими родными и близкими и получить максимальный комфорт при этом. Выбирайте полупальто Лионелия. Полупальто Лионелия, которое, несмотря на то, что 70% натуральной шерсти, не сядет и не деформируется благодаря содержанию волокон пана. Поэтому наша шерсть невероятно мягкая, она очень долговечная, и мы никогда не будем переживать за то, что вещь деформируется или сядет, как ты уже правильно сказала, раньше бы мы за это переживали. Невероятные качества вязка, стежок к стежку. Руками такое сделать невозможно, как я уже сказала. Это, конечно, только благодаря очень хорошему, очень дорогому оборудованию. Ну а самое главное, наконец-то, вязаная теплая вещь, которая не придает нам объема благодаря правильному крою.